Немецкий Бундесвер, прежде одна из самых больших и хорошо оснащенных армий мира, столкнулась с серьезными проблемами из-за недофинансирования в последние десятилетия, пишет National Interest. После объединения ФРГ и ГДР военный бюджет был урезан, количество военной техники сократилось на 75%. Теперь Германия тратит на оборону около 1,2% ВВП, в то время как НАТО рекомендует поддерживать военные расходы на уровне 2% ВВП, отмечает издание. National Interest приводит основные проблемы, с которыми столкнулась немецкая армия из-за нехватки финансирования. 1. Германия отменила масштабную программу закупки истребителей Eurofighter Typhoon, и на данный момент на вооружении ВВС ФРГ находится лишь 109 самолетов этого типа. В октябре 2014 года из-за нехватки запчастей проблема обострилась настолько, что готовы к полету были только 42 истребителя. Сообщалось также, что из-за дефектов в конструкции фюзеляжа срок эксплуатации самолетов был сокращен вдвое. 2. Недофинансирование отразилось и на истребителях Eurofighter Tornado, находящихся на вооружении немецкой армии. В августе 2014 года стало известно, что из 89 самолетов лишь 38 находится в рабочем состоянии. 3. В рамках сокращения расходов Германия уменьшила количество основных боевых танков Leopard 2 до 225 единиц. Ранее в Западной Германии на вооружении находилось более 2000 танков этого типа. 4. Проблемы возникли и со штурмовыми винтовками G-36. С 1996 года Бундесвер закупил 176 тысяч винтовок G-36, но впоследствии в ходе боев в Афганистане выяснилось, что в длительных перестрелках винтовки теряют точность. Возможно, эта проблема не была очевидной для армии в мирное время. Но все же трудно понять, почему дефект не был замечен раньше, отмечает National Interest. 5. Нехватку финансирования в полной мере ощутили солдаты немецкого подразделения сил быстрого реагирования НАТО. В ходе учений в Норвегии в феврале этого года им пришлось пользоваться полками вместо пулеметов. Как выяснили СМИ, солдатам было передано оружие других частей Бундесвера, но и его оказалось недостаточно. По мнению издания, такое положение дел в Бундесвере ставит вопрос, способна ли Германия выполнять свои обязательства перед НАТО. National Interest приводит основные проблемы, с которыми столкнулась немецкая армия из-за нехватки финансирования. 1. 2. 3. 4. 5.